что Бренда и ее брат-близнец должны посещать его чаще. Бренда ненавидела ходить к доктору Мани. Как будто доктору пришли и сказали: она хочет тоже с мальчиками играть в машинку. Я такой: все, пиздарики. Пизда. Аргентина, два билета. В Аргентинку пора. А он уже эту папочку приоткрывает, там билетик в Аргентину. Все, ребят, доигрались. Все, финиш нахуй. Пусть ко мне каждый день приходит. Сейчас я буду ей объяснять, что должны делать девочки. Это как вообще понимать? Ладно, может быть, доктор Мани сейчас реабилитируется. Это были.